В Башкирии создадут межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, иными мерами социальной поддержки. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что меры соцподдержки взамен выделения земельного участка гражданам будут оказываться с их согласия. В Башкортостане на новом портале «Безопасная среда» начался прием обращений жителей по выявлению и пресечению нелегальной продажи алкогольной продукции. Интернет-ресурс был представлен на еженедельном оперативном совещании, которое провел временно исполняющий обязанности главы республики Ради Хабиров. Направленные через портал обращения помогут в борьбе с продавцами суррогатного алкоголя. В Уфе действует режим повышенной готовности в связи с бешенством. Отловлено 130 бездомных животных, 540 домашних животных привито от бешенства, сообщили на оперативном совещании в мэрии Уфы. В середине мая на посетителя одного из магазинов напал барсук. После случившегося на территории объявили карантин по бешенству, так как анализ головного мозга животного показал, что барсук был заражен вирусом бешенства. Из окна родильного отделения Республиканского перинатального центра выпрыгнула 38-летняя беременная женщина. В результате падения она получила тяжелые травмы. По жизненным показаниям проведено экстренное кесарево сечение. От полученных при падении травм плод погиб. Женщина на реанимобиле доставлена и госпитализирована в крупный стационар, где с ней проводятся все необходимые мероприятия. Состояние ее остается крайне тяжелым. Как сообщили в региональном следкоме, по данному факту проводится проверка. В полицию Стерлитамака на днях позвонила испуганная горожанка. Она сообщила, что ее соседку избил незнакомый парень. Он хотел ограбить женщину, но супруг соседки успел его задержать. Прибывшие на место происшествия правоохранители допросили 21-летнего задержанного. Выяснилось, что он приехал в Стерлитамак из Уфы. За несколько дней он проиграл на ставках все деньги. Тогда молодой человек решился на преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».